Твою мать. МК 103. Ути маленькая. Что случилось? Машинку запилила. Неху, потому что на нормальных машинах ездить, блядь, когда не умеешь водить. Нет, только не влево колеса, нет. Нет. И что ж ты, мудак, там тоже дрочишься на Форде. Что ж делать-то? Ау. Что именно? Мат? Или что? А, я думал то, что я матом ругать. Слава богу. Да это же коллапс мировой. Да она там уже трется об другую машину, это еще приехал на своем Форде, не может объехать. Короче, вообще такой дурдом. Звони скорее в Кащенко. Кто приехал? Да ладно. Скорее сестра, наверное. В общем, сестра зацепила машину. Зацепила машину чужую. Да там вообще, я тебе потом видео покажу. Нет, только не назад. Нет, только не двенашечку. Так. Запил продолжается. Оп. Ой, давай. Еще разочек. Оп-оп, давай-давай-давай. Чудеса. Ой, ёптыть. Да я ж посидел, пока смотрел это. И, собственно говоря,
Шоу закончено. Ой. Или нет? Так. Машину покоцало. Краска осталась. Все понятно. ТМК 103-190. Бойтесь этого автомобиля. Ну, собственно говоря, я надеюсь, что это все. Так, давай. Пока все идет неплохо. Походу, дерьмодемон удалился.